В 2010 году мировой общественности был представлен новый основной боевой танк Японии, получивший обозначение «Тип 10». Главным отличием данной модели от предшественника, танка «Тип 90», являются меньшие массогабаритные характеристики. Главная особенность японского основного боевого танка «Тип 10» заключается в его относительно небольшой массе. Так, он на 6 тонн легче своего предшественника «Тип 90» и на 19 тонн меньше американского танка «М1 Абрамс». Благодаря этой особенности данный танк может быть задействован в регионах, недоступных для более тяжелых машин. Особенно это актуально в условиях японских островов, лишь небольшая часть которых оборудована мостами, способными выдержать машину массой более 50 тонн. Кроме этого, небольшие массогабаритные характеристики японских танков «Тип 10» дают возможность оперативно транспортировать данную модель с помощью авиационного, морского или железнодорожного сообщения. Основной боевой танк «Тип 10» выполнен по классической компоновке. Экипаж состоит из трех человек – механик-водитель, наводчик и командир. Танк «Тип 10» оснащен керамической модульной композитной броней нового поколения, которая обладает рядом существенных преимуществ. Предусмотрена возможность быстрой замены поврежденных модулей. Для облегчения транспортировки броневые модули могут быть сняты. И напротив, для ведения боя на танк могут быть установлены дополнительные броневые модули. Имеются в конструкции танка и прочие современные виды защиты. Автоматическая система пожаротушения, система коллективной защиты, датчики лазерного облучения, по сигналу которых срабатывают гранатометы, ставящие аэрозольные завесы и так далее. Танк «Тип 10» оснащен дизельным двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, что обеспечивает относительно легкой машине достаточно высокую удельную мощность в 27 лошадиных сил на тонну. Отдельно стоит упомянуть автоматическую бесступенчатую трансмиссию танка, позволяющую ему развивать скорость до 70 км в час при движении как вперед, так и назад. Основным вооружением танка «Тип 10» является 120-миллиметровая гладкоствольная пушка, аналог немецкой RHM-120L44, выпускаемой в Японии по лицензии концерна Rheinmetall. Как и на «Леопард 2А6», на танк «Тип 10» может быть установлена 120-миллиметровая гладкоствольная пушка L-55 или ее аналог, произведенный в Японии с длиной ствола в 55 калибров. Благодаря увеличенной длине ствола, пушка L-55 отличается более высокими бронепробиваемостью и дальностью эффективной стрельбы. Между тем, более длинное орудие сложнее стабилизировать, что усложняет прицельную стрельбу из него во время движения. Применение нового автомата заряжания позволяет обеспечить высокую скорострельность пушки. Вспомогательное вооружение модели состоит из 7,62-мм пулемета тип 74, спаренного с пушкой, и 12,7-мм зенитного пулемета М2HB, установленного на крыше башни. Управление последним может осуществляться дистанционно.